Привет всем! Кстати, ты не веришь, что я общался с Мишей Горшнеевым? С вокалистом Короля Шута? Я общался с ним. На этой фотке я с Мишей Горшком в этом в ДКМе. Мы там играли. Блин, какой самолетики или что там, пах-пах-пах. Там прикол был. А сзади пацан на скутере такой. Горшок такой бабке говорит, слышите? А чё пацан такой? С музыкой у него. А мы стоим, бах-бах-бах. Ничего там нету, звука. Вот еще одна фотография. Это я, брат и Горшок. Он, короче, к нам приезжал 6 декабря 2002 года. Сколько уже прошло? 18 лет. Я, кстати, там, короче, с братом работал в этом, в ДКМе. Ну, кто знает, где-то ДКМ. Инженер медицины. А инженер медицины, почему мы работали, мы были вообще рабочие, а мы числились как инженер медицины. Инженер медицины мы больше получали. И, кстати, когда Горшок приехал, жалко, что у меня не было с собой пленки. Там бы там такие кадры были. Я и Горшка, я все, короче, видел. Там толпа офигела, когда, короче, это, в игротеку заходят, а мы с Горшком стоим, бах-бах. Блин, благо, что там знакомая девчонка. Блин, я забыл, как ее звать. Уже вылетела. Сфоткала нас и потом мне фотки подогнала. Вообще прикольно. Я эти фотки ксерокопил, раздавал на тусовке. А так бы, если бы я бы был у меня фотоаппарат, а вообще бы, прикинь, представляете, если бы в данный момент я там бы работал, вообще это был бы блогером, представляете, у меня вообще было бы эксклюзивные кадры, как я там в туалете мы там стояли, курили, я что-то курил, там это. И такой чуть такой, эта дверь такая, бабах, вот так вот, короче, пинком открывается. И выходит, короче, князь такой, не понял, такой, на нас смотрит такой. Опа, нифига себе. Потом я, короче, пошел в туалет, такой, захожу, такой, что-то девчонка какая-то стоит такая. Такой, что-то у нее ноги красные, думал, акрилом, что ли, покрасила. А это, короче, Машка, короче, скрипачка, знаете, такая, на-на-на, с Короля Шута. Да Машку вы по-любому знаете с Короля Шута. Она в гетро была, в красных. Вообще прикольно. Потом, когда начался концерт, я там за кулисами сидел, пусть золото засело. У меня Бадзе Бессер, короче, Балахон, короче, был. Ну, вы знаете их, фанаты панков рока. Эксплойт, если кто не знает, эксплойт Бадзе Бессер переводится «Бей ублюдков». Ну вот, я, короче, и когда за кулисы, короче, Горшок забежал, Микши, давай, короче, накатил. И еще, блин, Миша, я на работе, я бы с удовольствием. Ну, должна была накатить и в ту степень, да, с подточком по сцене, да, на-на-на-на-на, да, куда каберту устраивать на сцене. И там бы газете бы написали бы еще. А, кстати, еще что я забыл сказать. Когда мы, короче, это, Горшок Миша, что, пойдем, короче, поиграем. У меня жетончики есть. Я говорю, ну, пойдем. Такие выходим, говорю, что, где будем, говорит, я говорю, ну, не знаю, смотри сам. О, что-то вон там, надо бы пойдем стрелять, короче. Вот мы, короче, с ним стреляем. Я взял, короче, голубенький и синенький пистолетик. Вон он, я Балахоне Бадзе Бессерс. Потом его на смешчику, кстати, короче, за 10 рублей продал. Мне на этот, на чумпарику не хватало, на алкоголь. Ну, короче, на этот, на алстерогат. Но сейчас, ну, я не хочу пить. Мне денег нету. Так, да зачем? Если были бы, не пошел пить. Вот он, короче, это Горшок. Мы, короче, бах-бах-бах-бах, стреляем. Горшок там, короче... А, кстати, короче, уже это рассказал. Когда мы, короче, это я, проблема с дантистом. Хотя это у меня Любка Орлова, короче, с третьей квартиры сглазила. А как она мне вообще сглазила зубы? Мы в детстве, у нас там каток был, короче, на стадионе годник. Мы постоянно ходили, и Любка знала, что у меня зубы клёво, красивые. И постоянно мне говорит, покажи зубы, покажи. Ну, это ей показывается, я, миди, да. Ну вот, что, ну вот, короче, выходим с Горшком, у меня этой ирокеза не было, вот эта вот прическа такая, вот такая вот, короче, я такой, лохматый такой, выхожу такой,
Она такая уходит, такая, нифига не понял, ну вообще нормально. Потом кто-то, я пошел вниз в туалет. И там, короче, панки такие там. Покемон там, еще сер, по-моему, еще там кто-то был. Я еще, панки, кажется, там король и шут в это. А вы тут, они как рванулись, все такие, понял, короче. Горшок одной, короче, дал эту монетку. То есть, ты такая, горшок ты мне дал. Я там чуть со смеху не убежал, жалко, камеры не было, там не было видеоблогеров. Это вообще было умора, кора такая. Ну, толпа, короче. Ну, потом мы... когда начался концерт, ну, это, там горшок такой, вышел такой, говорит, ты, малышка, молодец, но по все пришел, то-то-то, понял, ясно. Ну, вы поняли, что пришел. Это, короче... А там Нестеренко, короче. Ну, кстати, короче, Нестеренко мне статью, короче, поставил. За него я две работы шикарные не устроился. С тобой получал вот 1070, нормально было. Не, ну, видеоблогер, я просто люблю сидеть и микрофон взять. Это как его камеру говорить. Это, кстати, короче, Он, короче, собирает свою дочь, своего ребенка, сыночка, по-моему, и женушку, а то, короче, как рванули бежать. Это вообще было корно. Ну, я не видел, но там, говорит, там вообще, он такой, и когда, перед этим, короче, там шумный, короче, горшок спрашивает, что там, короче, гримироваться? Он такой, нафиг надо, короче, быстро, короче, отыгрываем и сваливаем нафиг отсюда, мы вообще в этот город не приедем выступать никогда. Так они больше не приезжали. Не, ну Мишка вообще прикольный чувак, короче, я у него, кстати, короче, хотел этот плащ. Блин, ну да, я не знаю, догадался бы-то, не догадался, если у меня была бы пленка, у него попросить в плащ сфотаться, представляете, я плаще. Горшка. Король и шут. Ля-ля-ля, горшка, король и шут. У меня мартинсы. У мартинса почему? А не знаете, почему у них такая подошва прозрачная? Чтоб в кубике было видно. Кстати, короче, это, я еще не могу пресс качать. У меня тут вот балетки. Балетки. Там, короче, это Зига, короче, гавкает. Ну, ладненько. Я вас всех обожаю, всех люблю. Вы там хоть комменты пишите изредка, лайки ставьте, дизлайки. И, кстати, короче, подписывайтесь на «Иду со смеха». «Иду со смеха» — это будет в конце ролика, там будет ссылка. То есть, короче, будет превьюшка стоять на «Иду со смеха», на «Гурман века». Ну, еще какой-нибудь плейлист поставлю, и там еще что-то. Блин, пятка, икра чешется. Кто-то меня укусил, этот чирик какой-то маленький. Ну вообще, как я вас всех обожаю. Ну там, кстати, короче, пишите, про что еще снять. Роль, идею какие-то. Можете, если вы хотите сценку написать. Там про кого-то. Ну сами напишите сценку. И под роликом там. Под этим роликом можете написать сценку. И исполнит, короче, Аннушка. Цюмба, ваш любимый, и Дерек. Дерека давно не было. Ну вот давайте что-нибудь придумайте. Я исполню. Ладненько, я вас так обожаю. Хотите, я вам еще покажу фотографию? Замедлим действие. Может, вы кто-нибудь будете перефотографировать? Вы можете заскринить себе. Вон, видите? И вот еще фотографию. Молодый, красивый. А горшок, короче, он вообще, видать, короче, надоело ему, что его, короче, все фотографируют. Не, он прикольный вообще чувак. Ладненько. Я вас всех обожаю, люблю. Подписывайтесь, жмите класс. Колокольчик стучи. Ну, в это какого, стучи в колокольчик. Там нажми, короче, чтобы ты узнал первый ролик. А то мало ли чего, может, конкурсы пойдут. Чтоб ты первый узнал и мог что-нибудь выхватить от меня. Ладненько. Я вас всех люблю.
Я такой разговорчивый. А некоторые говорят, что я, короче, это два слова связать не могу. Вы напишите, я могу два слова связать, или три, или четыре, или пять. Кстати, короче, если на пятницу, а может быть, денежку переведут. Если денежку переведут, то будут ролики шикарные. У меня же на почте две камеры. Одна камера Panasonic, а как это я получил камеру Panasonic, то есть заслужил, то есть я ее выписал. Ну, я такой закажу, вау, камера Panasonic, мне чик позвонили, сказали, там, короче, сумочку, флешку, чехольчик, ищи там что-то, и это у меня будет стоить 4000, 5000, да. Я такой, на следующий день прихожу на обед, там, короче, снег уже выпал, да, снег, нас отпустили. Я такой, вау, нифига. А нет, нас не отпустили, по-моему. Нас потом отпустили, после обеда. Я на обед пришел. Такой, вау, Сонька, представляете, Сонька. Экшн камера. Ну, там за 3000. Я такой, вау, ништяк. Вообще, я думал, короче, это... Ну, у меня была Сонька, короче, там еще будильник остался. Помните, кто... Если помню, пишите там, где я в первых роликах снимался. Ладненько, я что-то заговорился. Иракезик, на потом... поправить, покрасить его. Ладненько, я вас всех обожаю. Вы у меня самые хорошие, самые такие. Ну, комменты пишут, плохие, нормально. Я уже не реагирую. Я как-то... Просто вот ты вот, хейтер, ты вот пишешь комменты плохие. Я просто его не читаю, ты просто зря энергию. Представляешь, ты сколько энергии, сколько злости пишешь, а мне это не надо. Я знаешь, почему мне это не надо? Я просто с хаджа йогой занимаюсь. Вот так вот сяду тут, короче, кундалини как подниму и хожу, улыбаюсь. Нормально все. Главное, чтобы ты улыбался. А ты знаешь, как это? Можешь себе настроение поднимать. Просто какое-нибудь слово такое. К примеру, хахайда, вот хахайда. Или, к примеру, ее. Это ее, это, короче, сестра Путилина. А знаете, такая сестра Путина, она с Липецка. Она, короче, была мормонка, миссионерка. Я же раньше ходил к мормонам. Это вообще было весело, клёво. Представляете, я, короче, за это, как его, за две недели это, духовно поднялся. Я ходил, короче, даже это, не ощущал почти землю под ногами. Это клёво было. Такая свобода вообще была. А, Ланика, я про горшка говорил, сейчас уже... про мормонов. Вот Сережка, да, скажи, как у меня одна пишет, ты балаболка. Ну почему я балаболка? Я разговорчив. У меня норка, короче, была, она тоже была разговорчив. Она постоянно плакала в шахматном зале. А шахматный зал, знаете, где-то на Сыроводник. Мама там работает, она, короче, принесла эту, какую, норку. Она, значит, сидела и плакала в шахматном зале. И постоянно ей говорила, Нора, ты плакала в шахматном зале? Ладненько, ну что ты, вот хочу такси это разговаривать. Разговаривать, ну вам же, наверное, надоест. Уже, если кто досмотрел до конца, всем молодцы, всем пока. Все, пока.